часто ти казав дівчині якійсь або друзям, я без неї не можу, я її кохаю, це любов усього мого життя. Чи було в тебе таке? Давайте скажемо на камеру, так. І сьогодні саме про це ми поговоримо, як розпізнавати, що таке залежність у стосунках і що це може, до чого може це привести, які є наслідки до цього. І сьогодні у нашій студії Олександр Ситніков, психолог. Доброго ранку. Вітаю. Доброго ранку. Вітаю. Скажіть, будь ласка, що таке залежні стосунки? Ребята, это когда один человек не может без другого человека. В цілому, все правильно ти сказала. Тобто, просто, знаєте, взагалі цікаво зрозуміти, в якому плані це проявляється. Тобто, для когось, типу, от залежність – це от просто ось ця фраза «я не можу». У когось це от реально якось фізично відчувається. З психологічної точки зору і ось по факту вже на прикладах, що це таке, як воно проявляється? Это когда человек строит иллюзию и идеализирует одного человека для себя, как супер классного, и другого такого нету. Он влюбляется именно в отношение к этому человеку, в отношения, и он его настолько идеализирует, что не может без него даже, ну, грубо сходить на кухню и выпить чай. Он у него спрашивает, можно я это сделаю, как ты смотришь? И он все вопросы, которые касаются его жизни, этого человека, он спрашивает у этого человека, которого он идеализировал. Угу. Тобто він свій вибір сприймає через людину, яку любить. Точно. Угу. Я поки що сижу і в шоці, розумієте, від цього моменту, що ти пропонуєш. Я така людина, яка за свободу. Ага. Тобто, ну, тобто, якщо навіть відносини, має бути якась певна своя свобода. Тобто ніхто нікого не обмежує. І у мене виникає запитання, а звідки це все береться? Ну, как мы думаем все, что дети рождаются не из капусты, они рождаются от родителей. Значит, если... Вот еще так. Логично, да? Если не рождаются от родителей, значит, они информационно берут какую-то часть от родителей. Это называется генетика, правильно? И мы, дети, когда рождаются, они берут какую-то часть информации от папы, от мамы, дедушки, бабушки, и пошли мы так в глубину родового дерева. И когда ребенок рождается, он информационно берет уже что-то от родителей, и потом в момент своего вырастания родители дают модель взаимоотношения. Вот как у вас модель складывается в момент вашего общения на протяжении какого-то времени, сколько вы общаетесь, и чем больше вы будете общаться, у вас будут выстраиваться отношения. Кто-то будет пытаться над кем-то доминировать, кто-то будет пытаться соглашаться и в то же время пытаться тоже выстроить какие-то коммуникации. Вот так вот формируются отношения между мужчина и женщина, и когда есть ребеночек, то он считывает информацию этих отношений, принимает ее, и потом, когда он уже вырастает, переходит в возраст подростковый, он уже становится более самостоятельный, и он начинает формировать и выстраивать модель отношений, которые принял от папы, от мамы в своей жизни, в жизни тех партнеров, которые у них появляются в жизни. Это, если это девочка, это значит мальчик. И мальчик, когда появляется у этой девочки, она, как правило, берет прообраз своего, ну, к примеру, если вы являетесь отцом, да, ребенка, то он, эта девочка берет прообраз папы в будущем парне. Если это мужчина, то он берет образ мамы. Але я знаю випадки, коли, наприклад, не беруть цю модель. Я прекрасна людина, моя мама, прекрасніша людина в цьому світі. Так? Ну, слухай, а взагалі от, цікавий момент, просто я зіштовхалася з тим, що не беруть. Це, знаєте, як, наприклад, ну, там, у мене, наприклад, батько там був не романтиком, наприклад, да? А я хочу, щоб у мене, наприклад, хлопець був романтиком. От, іншу модель шукають. Окей. Є такі моделі, де, к примеру, ребенок видел отношения отца к матери, где идет, было насилие, оскорбление, унижение, манипуляция, контроль, ну, такие отношения нехорошие, то ребенок, как правило, говорит, у меня такого не будет. И он ставит перед собой... Фильма быть. Да. Он ставит перед собой модель, опять же, которую он не хотел бы, чтобы произошла в его жизни, как у родителей. Он кардинально против всего. И смотрите, когда он находит инстинктивно опять какого-то человека, какой-то стереотип. Но есть инстинктивные вещи, которые мы не можем порою сформулировать, почему это происходит, да, не можем дать определение, но это происходит, да, как, а подобное к подобному. Никогда не видели, что происходит? Человек выбирает подобного к подобному, присоединяется. И когда девушка, как правило, выбирает парня, не парень выбирает девушку,
Девушка. Ага. Так это бывает, да. Це таке відчуття, як бути на кастинг. Прийшли зараз. Да. У тебе два дні, ти сьогодні не приходиш. Парень думає, що він вибирає. Ну, девушка робить, якщо вона мудра, як ви. А ти вот. Зразу голову підняла. Я да, мені бачиш, мені сказали, що я мудра. Ну, немножко хитренько, но есть мудрость. Ну, все же мы такие девчата. Окей. Вы выбираете, и вы ставите модель, какую вы хотите. Не всегда спрашивая у своего партнера, будущего, нынешнего мужа, ему нравится это или нет. Почему? Потому что вы уже сами решили и нарисовали иллюзию того, что это было будет хорошо для вас и для будущего вашего мужа. И вы это начинаете навязывать своему партнеру. И вам кажется, что так будет хорошо и для вас, и для него. Но это на самом деле неправда. Угу. Потому что получается, что вы заставляете проживать его и себя в образе, не соответствующему вам. Понятно объяснил? Угу. Але якщо ми потрапили вже в ось такі відносини, там, де хтось із партнерів сильно прив'язався, нав'язав собі ілюзії, намалював собі картину казкову, в якій він буде жити, як боротися з цим, що зробити, щоб ця ілюзія пропала? Ну, перше, що потрібно говорити, до того, як ви вже вирішили совместно проживати, створювати союз сімейний, нужно просто разговаривать искренне от сердца. Что такое искренне? Это быть настоящим, честным. И говорить, слушай, мне нравится, как ты выглядишь, мне нравится, как ты там ведешь себя, но мне, к сожалению, не нравится твоя модель взаимоотношения, потому что она навязана мне, а я другой. Я не хочу играть роль другого человека, я хочу быть настоящим тем, каким я являюсь. Ты же меня полюбила таким, она такая, ну да, но это второй человек, если он говорит неправду, а говорит, да, но все хорошо, и он не говорит искренне. Он начинает все равно быть в маске, как основная масса людей у нас имитирует жизнь, а на самом деле являются другим человеком. И они рано или поздно устают, и начинается триггер происходить и в организме, и в душе, и т.д. и т.п. Понятно, да? Угу. Исходя из этого, что я рекомендую? Говорить искренне, по-честному, если вы хотите, чтобы в перспективы вашего совместного проживания были честные, хорошие, долгосрочные, перспективные отношения, гармонии. Mm-hmm. Потому что если идет имитация одного человека, нечестные, манипулирующие, контролирующие, то получается второй человек попадает под это влияние манипуляции и контроля, и он становится посредством одних действий жертвой. И где-то идет искажение этих искренних отношений. Исходя из этого, получается, что идет опять стереотип, иллюзия образа якобы хороших отношений, модных, красивых, как у нас в социуме, обществе пытается показать. Но на самом деле они не являются настоящими. А если нет настоящего... Финал, мабуть, будет один и только один, правильно? Чи печалька будет на самом деле. И люди, когда поймут, что весь образ, который девушка навязывала парню, и парень согласился, они проживали какое-то время, там 5, 6, 7 лет, это было в напряжении, потому что это было не по-настоящему. И в конце концов девушка разочаровывается, парень разочаровывается, она ищет, где можно утешиться, где можно восполниться и быть самой собой, где можно. Алкоголь, наркотики, там еще какие-то вещи, где человек что делает? Выдыхает. Mm-hmm. Это ниша. Это где он прячется в свой мирок, и он начинает становиться самим собой. А ему говорят, да будь самим собой в трезвом состоянии с тем человеком, который ты хочешь с ним быть счастливым. Например, в парку, там, десь на улице, на работе и тому подобное. На работе, на кухне, в ванне, в постели. Будь настоящим. Іскренім. Але дивіться, ви кажете про момент того, що, в принципі, бирає дівчина, і вона якби чоловіку нав'язує з цим моменту, з цю форму. А ще не буває так з чоловіками? Да. Буває. Да? Тобто, ви так зараз говорили, що так, знаєте, за жіночу сторону так починає вистоювати. Чи це більше притаманно дівчатам? Тому що ви зараз кажете ті речі, я розумію, що так, ми побачили його одного вже там весілля і поїхали, пішли далі. А він навіть трубку не підняв. О, ну, наприклад. Не відписав інстаграмі 4 роки ще. У жінки це преобладання. Просто в процентному содержанні жінки більше стараються маніпулювати ситуацією, і вони більше вважають, що вони знають, що потрібно для сім'ї і що має робити мужчина по відношенню до сім'ї і по відношенню до жінки.
К сожалению. Мужчины тоже встречаются именно в таком аспекте, но их гораздо меньше. Угу. А ось, дивіться, ще цікавий момент про те, що от ми кажемо залежність в стосунках. А якщо ви відчуваєте, що вже виникає ось якась повна залежність, ну, наприклад, да, жили в ілюзіях, все круто, приходить там, ну, нехай умовно кажуть, кохання живе 3 роки, так? Приходить десь 3 роки, і ти розумієш, ну, щось не те, але ти вже не наче прив'язався. Ти вже в ось цих стосунках. Що в цьому випадку робити, якщо ти розумієш, що ти прив'язався, ну, що-то не то? Садитися і це все діло проговорювати. Угу. В идеале, вот я что порекомендовал бы, чтобы каждый из этих людей, или же просто человек, который не может разобраться в себе, чтобы он написал на листочке А4. Вот взял А4, поделил его на 3 половинки, и в одном верхнем углу написал, что мне в себе не нравится. Mm-hmm. На втором написал, что мне в себе нравится. И на третьем, каким бы я хотел быть. Mm-hmm. И когда человек будет отвечать на эти вопросы, он сможет увидеть и посмотреть в себя. Посмотреть, насколько он является... Є люди, які брешуть самі собі. Відповідно, вони не хочуть казати правду на папері, тобто не розберуться в цьому моменті. Вот это проблема сегодняшнего мира. Это не искренность, не честность. И когда он имитирует иллюзию того, что он не таким не является... Думаю, я ж не такий, я ж класний. 100%. Вот это проблема. Тобто все починається все одно з себе. Однозначно. Так? Человек должен признаться сам в себе. Хочеш ти з цим чоловіком жити? Почему ти хочеш жити з цим чоловіком? Почему ти хочеш, щоб він був твоїм мужем или женой? Сформулируй для себе, що є причина того, що ти хочеш бути з ним. Фінанси, машина, квартира, замок, красивая грудь, ноги там. Ты должен объясниться сам для себя, что тебе нужно. Потому что когда мы приходим в ЗАГС, мы говорим при свидетелях. Я хочу жить с этим человеком всю жизнь, я буду его любить. Потом проходит время, он сделал что-то не так, или девушка, или парень отворачивается, не хочет разговаривать. Он мстит другому человеку? Конечно, это уже месть. Подожди, ты только что в ЗАГСе говорил при свидетелях, что ты будешь его любить всю жизнь. Это твое решение или это твоя эмоция, чувство? Mm-hmm. Подождите, эмоция, чувство, это сегодня люблю, завтра не люблю. Решение, я буду тебя любить всю жизнь, потому что я так решил, при свидетелях расписался, поставил печать. Вот о чем речь. Согласны? Ну так. Я хочу вернутися аж до генетики. Але якщо, наприклад, ти розумієш, що ти колись прив'язався до цієї людини, з якої ти живеш, і намалював собі ілюзії, і в тебе є діти, які ти розумієш, що вони також можуть по генетичному рівні піти саме таким шляхом. Як їх попередити, цих дітей? Щоб вони не йшли цим путем? Так, щоб не прив'язувалися. Тобто робили висновки одразу. Надо первое, что быть самому, хоть чуть-чуть психологом, да, первое, любить себя, то есть принять себя таким, как ты есть. Потому что основная масса людей, которые попадают в зависимость, это отверженные люди. У них проблема с самим собой. Почему проблема с самим собой? Потому что папа с мамой говорили, ты плохой, у тебя ничего не получится, ты неудачник, тра-та-та. И когда ему говорили это, он сам потом к себе так относится. И у него... Приняв, что типа, батьки кажут, певно, это так. Да, ну потом к себе так относится. У него заниженная самооценка, безусловно. Что с этим ребенком будет? Проблема, конечно. Он будет рисовать себе какие-то образы, иллюзии, он будет рисовать себе картинки, делать там какие-то части тела для того, чтобы они соответствовали модным трендам, тра-та-та-та-та-та, для того, чтобы быть принятым этим миром. Угу. Если он принят, значит, он уже нужный. Он был отвержен, а сейчас он нужный. И он опять начинает что рисовать иллюзию. Для того, чтобы иллюзии не было в семье с детьми, надо быть настоящим. И мы опять возвращаемся к настоящим отношениям. И отношение мужчины к женщине и женщины к мужчине дает возможность, если это искренне честные отношения, добрые, хорошие, они делают гармоничные, полноценные отношения в семье, ребенок в этой энергии, в атмосфере, в этих отношениях чувствует вибрации, которые происходят от одного к другому, и он что? Он пропитывается и идет в этой комнате, в этой ауре, в атмосфере, что? Мир и покой. Согласны? Мир и покой. Когда идет, слышишь, ты, Дуся, ты тут трали-вали, агрессия, вибрации опускаются, у ребенка он напрягается, и он в этих напряженных отношениях, он нужный в этих отношениях? Нет, он отверженный. И родители, когда выясняют отношения них агрессивно, осуждая, обвиняя, упрекая, манипулируя, контролируя, они косвенно бьют по ребенку. Потому что он часть есть папы и мамы.
Он есть одно целое. Он как заключающий фактор союза семейного. А союз семейный – это ценности семьи. Ценности семьи – это общество. Общество – это социум. Дети – это наши, которые формируются через мужчин и женщин. Будущий генофонд – это то, что женщина. Ви так на нас показуєте за них. Ну, слухай, ми з тобою, в принципі, дві сторони. Мені дуже добре з вами, тому що ви мужчина, ви жінка, і мені легше об'яснити для нашого зрителя, що на самом деле може відбуватися. Дуже важливо цілісність одного чоловіка і цілісність другого чоловіка для отримання результату дитини. І що ми вкладаємо друг в друга, то ми вкладаємо автоматично в дитину. І дитина, як губка, впитує. Діти – це обезьянки. Губка Боб не нормально і залиці. Так. Діти, дівчатки – це діти, які залишаються від початку до кінця. Навіть коли жінці вже років 75, вона внутрі дівчатка. І вона нуждається, знаєте, в чому? 75, баба, ягодка, опять. Внимання, забота. Вона нуждається в прийнятті. Обнімашки. Солнышко, садись ко мне на ручки. Це говорить мужчина. Девочки, а ей 75, садись ко мне на ручки. Там мужчина обнимает, он закрывает ее чем? Энергией принятия, любви, это называется любовь, да? И что он говорит? Ты нужна для меня, ты самое дорогое для меня. Он ее гладит, это утешение, принятие, защита, утешение. Вот в чем нуждаются дети и девочки. Ну, это... Безперечний факт, тому що я люблю приходити десь в якісь заклади, в горах, коли відпочиваю, я люблю гори, я про це буду завжди говорити, нагадувати. І там зазвичай, типу, десь в столовах, в кухнях готують їсти жіночки постарше. І коли я приходжу, я кажу, кицюньки, а що сьогодні в нас на обід? Вони тануть просто на очах. І віртуоз. Дівчата, які там постарше, вони дійсно сприймають ці компліменти, як типу, вау, класно, мені зробили комплімент. А дівчата, як Ангеліна, подумає, ну, кицюнько, і назвав мене. Спасіба. Ні, ну ти знаєш, все ж таки, ви дійсно підняли дуже класну тему, і вкотре є над чим подумати. Як то кажуть, поки що не пізно там проаналізуватись. Сподіваємося, наші глядачі зараз також будуть аналізувати. І давайте на завершення підсумуємо нашу розмову. Тобто, якщо, наприклад, хлопець з дівчиною починають зустрічатися, і перед тим моментом, я розумію, як їм з'їхатися, далі ну, планувати, будувати своє там подружжя, їм потрібно що зробити от, на першому етапі? В ідеалі. Зустрітися, зрозуміти, що вони хочуть друг от друга отримати, і який у них інтерес друг другу. Угу. В чому він заключається, на чому він оснований? Чому, який у них інтерес друг другу? Є в будь-якому випадку якісь ключові моменти, определення, ситуації, які притягують друг друга. Треба в цьому розібратися. Второе, треба розібратися, як і чому вони вирішили створити сім'ю. Тобто, що для них сім'я, определення, що таке для них любов. Увы, на самом деле, очень такой простой момент. Пусть каждый из вас даст определение, что для него любовь. И я скажу на сегодняшний день, что единицы, которые по-настоящему ответят, что такое любовь для каждого из них. Ангелина, что... рассказывай, что для тебя можем в следующий любовь, раз... кохание? Клада, треба подумать. Скажите, круто, да? Ну, до речі, так, от кохання і любов для мене – це різне значення. А якщо говорити про кохання, то це, мабуть, пристрасть, максимальна віддача і от якась відсутність меж. Це те, що ну, викликає у мене слово кохання. От. А воно проходить? Що? Кохання? Пристрасть проходить? А... Ой, слухай, це запитання поїхало. Ну, мені здається, що має взагалі не проходити. І у мене, наприклад, якщо, наприклад, ну, мені знайоме це відчуття, я його проживаю, то в мене це не проходить. А тепер смотрите друга картинка. Коли людина приймає рішення, що він буде любити свою жінку всю життя, це емоція чи це рішення? Це... Чи це глибше? Це емоція. Я можу дати відповідь на це. О, чоловік відповідає. Можна? Рішення? Я думаю, це ні, це емоція. Тобто ти відчуваєш, і тільки під час відчуття ти приймаєш рішення. Тому що тебе спонукало щось неземне, так сказати, прийняти це якесь певне рішення. Можна я скажу на завершення, що кохання для Давай. Мене – це комфорт. Бо коли буде комфорт, буде і пристрасть, і буде і жага, і тому подібне. Ось так завершую я сьогоднішню нашу розмову. Я хочу сказати, що у нас був в гостях Олександр Ситніков, це психолог.
А ми вам дякуємо ще раз за те, що ви переглянули це відео. Не забуваємо ставити вподобайки, ставити на дзвіночок і писати коментарі, якщо вам це відео сподобалось. А ми будемо і надалі дивувати вас цікавими та актуальними новинами, тому обов'язково будьте нашими друзями. Зустрінемося.